что, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашем с Аней мастер-классе по йоге. Это инструктор по йоге Аня Беревич. Это инструктор по йоге Сергей Чернов. Пару таких вступительных слов. Зачем вообще практика йоги? Да? Потому что многие приходят с нуля, многие хотят понять, нужно мне это, не нужно, зачем мне этим заниматься, что я от этого получу. В двух словах проблему современного человека можно описать так. То есть проблемы практически все со здоровьем заключаются в том, что у современного человека, ввиду ущербности нашего образа жизни, сидящего, недостаток активности нормальной, адекватной, нету хорошего мышечного корсета, который бы держал, как красной девушке, ровно позвоночник, да, чтобы процессы, протекающие в внутренних органах, процессы гидродинамики в канале спинномозговом канале, они были адекватны. То есть мы обычно сидим вот так, да, так сидим, голова скрючена и все прочее. От этого страдают все наши внутренние органы. Это если брать чисто уровень физиологии, уровень физики нашего тела. Если говорить про связь с сознанием, то, естественно, поток энергии не идет к нашему центральному процессу, который вот здесь. Да? И то есть мы по жизни барахтаемся где-то на каких-то низких инструктивных уровнях, руководствуясь потребностями там, тела физического. Мы существа намного более разнообразные, более масштабные, и йога может открыть доступ к этим состояниям путем банальной даже работы с физическим телом. Работа с физическим телом в йоге занимает очень большое внимание, особенно в хатха-йоге, да? То есть то, что мы будем заниматься. Но следует четко себе осознавать, что работа в асанах – это всего лишь крупица всей йоги в ее многообразии. То есть, если руководствоваться первоисточниками по йоге, например, йога с утром и Патанджали, то он описывает восьмеричный путь йоги. Да? И там яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхара, махьяна, самадхи. То есть 8 этапов, 8 ступеней. И только четвертая ступень – это асана. Да? То есть то, что мы обычно делаем на тренировках, всякие там, различные позы, всякие различные упражнения. Вы должны четко осознавать, что несмотря на то, что идет работа с физическим телом, йога по своей сути направлена на работу с умом. То есть, работая с физическим телом, мы учимся управлять собой на всех уровнях. И в первую очередь на уровне ума. Но многим это пока не нужно. Многие приходят в йогу просто за здоровьем, за хорошим состоянием, да, с хорошей продуктивностью, работоспособностью, хорошей энергией. И это хорошо. То есть, вы пока занимаетесь, ставя такие цели, не особо масштабные, перспективные, со временем у всех все раскрывается. То есть, когда тело приходит более-менее в форму, становится интересно открывать новые вещи, они даже сами всплывают. Теперь я, наверное, буду по конкретной методике, которую буду подавать я, называется йога 23. То есть она как бы разработана на основе такой требуй хатха-йоги, но сама методика позиционирует себя как максимальный эффект за минимальное время. Поэтому, соответственно, понятно, что как бы от какого-то там лежания или сидения максимального эффекта не наступит. Это жесткая практика. Поэтому, если вы представляете, что на йоге мы будем сидеть, дышать и думать о чем-то хорошем, это не так. То есть все идет через работу с телом, причем работу с телом жесткую. То есть нужно узнать свой предел и зайти чуть-чуть за этот предел. Тогда мы получим то самое состояние, о котором говорил Сергей, когда будет прорабатываться не только наше физическое тело, но и будет успокаиваться наш ум, уходить какие-то посторонние, ненужные нам мысли. Мы будем просто вот этот вот час времени посвящать исключительно себе и какой-то своей внутренней работе. И эта практика действительно, чем она хороша для нас? Она максимально адаптирована именно под наш менталитет, под нашу опорно-двигательную систему, под наш характер и темп жизни. Потому что та йога, которая в Индии, следует четко себе отдавать отчет, что там совершенно другой климат, особенно в Южной. Там тепло, там податливость, мышечность, сухожильная ткань совершенно другая. Они там больше время на земле проводят, то есть у них раскрыты тазобедренные суставы, для них лотос сесть – это не проблема. Если средний статистический человек западный садится в лотос, очень много травм коленных суставов, разрыв сухожилий крестообразных, травм не имеет, чаще всего, да?
бывает мыши. То есть есть определенная спецификация, которую Андрей Владимирович очень четко прозрел, разработал, отсеял все лишнее, все, что там гламур, и собрал самые эффективные техники, которые и приводят как раз-таки за минимальное количество времени, то, что мы практикуем, максимальный эффект не только на уровне физиологии, физики тела, но и в процессах протекающих умов. Я, когда шел сюда на презентацию, думал, чтобы вам скучно не было, чтобы не загружать, какую-нибудь веселую такую тему показать. И пришло на ум показать эволюцию вот, для тех, кто просто в первый раз. Эволюция человека, который приходит в хатха-йогу в призме среза, таком, наблюдением за его физическим телом, басом. Обычно человек приходит на занятия по йоге где-то первый-второй месяц. Первый-второй месяц. И, короче, вообще непонятно, что это йога, инструктор, как это вообще, что он вытворяет. Потом, если человек все-таки или поговорил с инструктором, понял, для чего ему йога, или сам как-то прозрел, он уже начинает более осознанно, он уже такой первый-второй год такой уже ходит на занятия. Там. Там хорошо там отстраивает, такой пыхтит, хорошая йогичка. И ходит, всем рассказывает, я хожу на йогу, это круто, давайте все на йогу, это вообще супер классно. Там уже 2-3 года уже чуть-чуть понимаешь, что эго, оно скорее мешает, чем помогает в жизни. И уже начинаешь над собой там немножко прикалываться, соответственно, появляется большая степень свободы, соответственно, уже и тело раскрывается, то больше уже каких-то асаны типа таких начинают там получаться. Ну что-то такое, допустим. Мостики хорошие люди с прогибом раскрываются, понимаете. И человек дальше идет, если, опять же, жизнь его не сбивает потоком соблазнов, потому что практика йоги генерирует очень большое количество энергии свободной, на которую все хотят, ну, в хорошем смысле, прийти и погладить этой энергией. Да? Если человек соблюдает отрешенность, несмотря ни на что, поставил себе цель, несмотря ни на какие препятствия, несмотря ни на какие соблазны, сопротивление своего собственного ума, идти дальше к намеченной цели, то там, условно говоря, через лет 5-7 практики, если повезло с физическим носителем, с кармой в этом воплощении более-менее, да, то человек уже начинает что-то похожее делать. Обратите внимание, что несмотря на то, что идет работа с физическим телом, насколько собрано сознание. И различные геометрические формы, которые принимает физический носитель, они дают доступ к определенным локусам сознания. Техник уже работы с посредственно с умом. Но чтобы дойти до работы с умом, нужно сначала подготовить хорошо физику, чтобы физическое тело было решено как минимум наличие болезни. Чем мы с вами, собственно говоря, и будем заниматься на первом этапе. Уводим руки вверх, вытягиваемся руками, тянемся вверх, делаем вдох, пауза. Поднимаем грудную клетку.
ладони в полотни и отшагиваем ногами, ставим глубокий выпад. Здесь мы животом вытягиваемся вдоль бедра и уводим руки. Расправили плечи и руки. Пальцы руки на себя натягиваем, локтями стараемся корпус. Ногами отходим назад и делаем глубокий прогиб в грудном отделе. Макушкой головы стараемся подтянуться к полу. Раскрываем хорошенько грудной отдел позвоночника. Со вдохом запускаем волну по позвоночнику. Перекатываемся на тыльные поверхности стоп. Таз опускаем чуть-чуть пониже. Грудной клеткой максимально интенсивно тянемся к потолку. Подбородок прижимаем к груди. Выдох. Со вдохом таз вверх, вытянулись рукой, выдох. В этом положении должен быть мышечный блок. С выдохом выпрямили правую ногу вверх, вытянулись носком, раскрыли хорошо грудную клетку, локти поближе к корпусу, продышали, вдох, выдох. Часто мы начинаем работать с самых простых форм, и это нужно именно для того, чтобы у нас формировался хороший мышечный корсет и позвоночного столба. Потом, после нескольких месяцев, ну, даже иногда бывает полгода год практики, в зависимости от того, какого уровня подготовки формируется группа, идет уже работа больше с растяжкой, с раскрытием суставов. То есть сразу раскрывать суставы достаточно опасная вещь, потому что если идет раскрытие суставов без хорошей мышечной работы в плане формирования мышечного корсета вокруг этих суставов, то суставы просто становятся разбитыми. Может быть, видите? То есть йога, она работает в двух направлениях. Мы учимся полностью расслабляться, то есть выбирать весь потенциал в плане растяжки и полностью фокусироваться, собираться в отрывочке. То есть две вот эти полярности, когда объединяются, две дуальности, когда объединяются, то происходит йога. То есть синтезируется как бы две несовместимых вещи. Предельное напряжение и полное глубокое расслабление. И вот в процессе занятий, когда уже, например, ну, наверное, какие-то интересные элементы, да, скажем, показать. Когда уже лотос хорошо освоен, тогда уже можно работать с ним. Это в разы увеличивает эффективность работы глаз. Я просто в варианте демонстрации для всего покажу. Различные модификации рыбы, да, вот это базовый с локтями, чуть-чуть более сложный, еще более глубокий, который включает самые глубокие мышцы в поясничном отделе и укрепляет внутренние органы, укрепляет почки, раскрывает грудную клетку, стимулирует очень хорошо область вилочковой железы. Потом мы делали с вами вариант с прямыми ногами. Сарвангасана, то же самое сарвангасана под массой и плотность, еще более эффективное упражнение, которое качественно прорабатывает область щитовидной и паращитовидной железы. Переворачивает кровь головы. Пиндасана, когда еще более глубокое упражнение, когда подтягиваем колени, формируем замок, еще больше циркуляции идет в область щитовидки. Тоже упражнение, которое мы с вами делали с раскрытым грудным отделом, но только в лотосе. Тоже работа вот здесь и укрепление мышечного корсета вдоль позвоночника. Асана с красивым названием йога асана. Вырабатывает хорошее чувство равновесия, баланса и стимулирует очень сильно центральный канал энергетического позвоночника. Тут уже больше такая.
Капитасана. Они показывают другую модификацию. Нижняя, верхняя, стойка на руках, лотос. И, собственно говоря, одна из модификаций ширшасаны в йога 23, чем она хороша, она сразу не дает ширшасану, то есть стойку на руках, да, на голове, стойку на голове. Сейчас сделаю, потом объясню, почему не дает сразу. Освоением стойки наших плеч. Это плечевая раса. Вот эту модификацию. Потом работаем над освоением стойки на руках. И только потом, когда у нас за счет этого уже качественно сформировался классный мышечный корсет в области шеи, тогда уже переворачиваемся на голову. И в этом есть очень большой смысл, потому что не всем нужна стойка на голове. Она единицам нужна. Тем, кто до нее доходит. Тем, кто до нее доходит. Потому что процентов 70-80 людей с йоги год-два и потому что реально хака-йога это реально. То есть вы, если идете на занятия, вы должны быть готовы работать. То есть это не фитнес в какой-то степени, это такая радикальный инструмент внутренней работы с телом. Обычно связочка йоги 23 вот такая.
рука поближе. Работа в другой плоскости, в прогибах. Приходите на йогу, заряжайтесь энергией позитива, осознанности, уважения.